21 августа в Ульяновской области России в результате ДТП погибли 5 жителей Ошской области. Двое из них были жителями села Кульбар Айлок-Муту Кермето Араванского района. Джакыпбеку Абдулхамидулу за день до трагедии исполнилось 32 года. Он был старшим из 4 братьев. В России уехал меньше месяца назад. У погибшего осталось 3 детей. Я растила его с детства. 8 месяцев назад скончался его отец, и он отправился заработать немного денег, чтобы отметить годовщину. Он мне сказал, что приедет и сам все проведет, чтобы я не переживала. Вместо этого привезли его тело. Не прошло и месяца, как мы общались. Это было всего за день до аварии. Он пригласил меня приехать в Москву и поработать вместе. Я сказал, наверное, не стоит, останусь в селе. И пока мы разговаривали, он сказал, что некоторое время поработает, а потом будет разводить скот и жить в селе. Это наш последний разговор. В семье Халиковых тоже горе. Страшная авария унесла жизнь 23-летнего Сыймыкбека Кутманалиулу. Односельчане вспоминают его как доброго и жизнерадостного человека. Местные власти оказали материальную помощь в размере 50 тысяч сомов двум семьям. Сейчас барлы документы кинулот откин. Сейчас у всех немного трудностей с документами. Хорошо было бы, если бы государство помогло. Случилось такое горе. Всем нам терпения. Мы вместе выросли в этой деревне. Он был ребенком с добрым сердцем и без грязи внутри. Мы не могли поверить в то, что услышали. Как только выяснилось, что это жители нашего села, мы все сплотились, и молодые, и пожилые, чтобы оказать помощь этим семьям. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким всех наших соотечественников, погибших в аварии, и разделяем их горе. Груз 200 прибыл в Ош. Бут Исаев, Миргуль Букошева, Акджолайбашев, Алато-24, Ош.